Всем привет! Сегодня должна была быть битва между Чужим и Таотеями. Но кое-что произошло, и я это никак не мог пропустить и не рассказать тебе. Конечно, если ты фанат Годзиллы, то ты уже в курсе. Но если нет, то я сообщаю тебе, что вышел трейлер к фильму «Годзилла 2». Ссылку на русский трейлер, кстати, я дам в конце видео. И ты знаешь, как называется этот фильм? «Годзилла. Король монстров». Нет, ну ты представляешь? Турнир названия «Король монстров» еще не закончился, а авторы фильма уже используют этот титул. Кого они называют королем монстров? Годзиллу? Или Кинг Гидору, которая тоже будет в фильме? А как же Суртур? А Кронос? Омега Кайдзю, в конце концов? Кракен, ТК, Смау? Полно монстров, которые претендуют на титул «Король монстров» и могут победить Годзиллу. Авторы фильма точно поторопились. Надо было сначала дождаться окончания турнира, а потом уже приглашать монстра на свою роль. Между прочим, в фильме будут еще Мотра и Родан. И я так понял, что Годзилла будет защищать человечество и сражаться сразу с тремя кайдзю. Мотра, Родан и Кинг Гидора. Одновременно или по очереди я не знаю, но уверен на 100%, что она держит верх. Похоже, что Годзилла становится другом человека. Почему же она защищает людей и планету? Много интересных теорий на эту тему может получиться. И похоже, что на этот раз Годзилла будет самец. Если это его называют королем, ну, по крайней мере, очень на это похоже. Ведь название «Король монстров», а не «Королева». Новый фильм выйдет в России 30 мая 2019 года. Турнир монстров к этому времени уже закончится, и мы будем знать победителя. Тем интереснее будет смотреть фильм про Годзиллу. Если ты хочешь принять участие в турнире монстров, ну, не как участник, а как жюри, конечно же, то подписывайся на канал и голосуй в битвах за сильнейших монстров. Ну а целиком трейлер ты можешь посмотреть, если перейдешь вот по этой ссылке. А мой плейлист с битвами Годзиллы вот здесь. Всем пока. Да здравствует король.